Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые новочебоксарцы, 9 мая наша страна отмечает один из самых главных праздников – День Победы. Прошло 69 лет с того памятного дня, когда стихли канонады и наступил мир после самой страшной и кровопролитной войны 20 века. С годами не утихает боль за миллионы человеческих жизней, унесенных этой войной. И в их числе 765 жителей из 13 деревень, на месте которых расположен Новочебоксарск. Дорогие наши ветераны, на вашу долю 41-45 года выпало тяжелое испытание, которое вы с честью выдержали. В нашей памяти навеки сохранится ваш подвиг, достойный пример мужества и беззаветного патриотизма. Героически отстояв свободу и независимость, вы внесли решающий вклад в избавление мира от угрозы фашистского порабощения. В этот день каждого из нас охватывает чувство гордости за российского солдата, за мужество и за доблесть наших земляков. Мы будем беречь правду о Великой Отечественной войне и всегда помнить, что обязаны вашему поколению мирной, свободной жизнью. Низкий вам поклон, дорогие ветераны. В этот светлый день от всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и всего самого доброго. С праздником вас! С Днем Победы!